Здравствуйте. Сегодня делаем голубцы. Пол чашки риса промою в холодной воде и поставлю вариться. Круглозерный рис. Свежий кочан капусты. Вырежу кочерыжку и отправлю в воду, накрыв крышкой. Пусть вода закипит и минут 5 пусть эта капуста попарится. Пару морковок натру на крупной терке. Рис уже варится, сварю его до полуготовности. Мясо, тут его примерно пополам, достаточно жирная свинина и постная говядина. Разрежу так, чтобы помещалось в мясорубку. Ну, соотношение мяса можете варьировать на свое усмотрение. 2-3 луковицы тоже под мясорубку нарежу. И еще лук нарежу вот такими толстыми полукольцами. Капуста попарилась минут 5, может 6-7. Ну, уже готова раздеться. Ну, собственно, я ее и раздеваю. Пальчиком горячо, но все равно интересно. Мясо пропустил через мясорубку, размешал говядину и свинину. И часть мяса убрал. Этот фарш мне понадобится завтра или послезавтра. Столько мне фарша не нужно. Дальше пропустил лук через мясорубку. Соль. Крупномолотый черный перчик. Наш рис, отваренный минут 10 и промытый в холодной воде. И часть морковки. Все это перемешиваю. Добавляю воду кипяченую. Она понадобится рису. Еще подсолю. Попробовав, подсолил еще. Ну, в принципе, фарш готов. Добавляю еще лук полукольцами. Маловато было. Беру средних размеров казанчик. Отправляю туда лук и морковку. Немножко масла подсолнечного. Ставлю на средний огонь, пусть обжаривается. Вот ребро жесткости у каждого листа внизу, где он крепится к кочану, достаточно толстое. Я его подрезаю, делаю тоньше. И тогда лист удобно будет скручивать. Вот так вот я подрезаю каждый листок. Это место даже можно вырезать полностью, на ваше усмотрение. Ну и сворачиваются голубцы очень просто. Вот эти овощи, лук с морковкой, постепенно обжариваются. Средняя степень обжарки мне нужна будет. Ну, все голубцы свернул. Начинаю укладывать их в этот казан, на овощную подушку. Уложил все голубцы. Остатки капусты тоже нарву и туда же положу. Ну вот можно что-то еще положить овощное. Вот, например, у меня малое количество сельдерея оставалось. Нарезал, тоже положил. Банка помидор очищенных в собственном соку кусочками. И кипяточек добавил. Ставлю на огонь. Немножко красного острого перчика. Соль. Пока закипает, нарежу зубчик чеснока достаточно мелко. Накрою голубцы крышкой и на малом огне буду держать 40 минут. Минут через 30 открываю. Добавляю петрушку рубленную. Попробовав, понимаю, что надо добавить сахарку. Кисловат был соус. Сейчас будет самый раз. Закрываю еще минут 10 и выключаю огонь. Ну, еще минут через 10 можно подавать. Чеснок. На ваше усмотрение, любите, не любите. Сметана.
еще зелень, свежая зелень. Ну, о том, что это вкусно, я не знаю, стоит ли говорить. Это вкусно, да. Приятного аппетита. Удачи. Всем пока.